С начала действия программы «Земский доктор» в село республики приехали работать 426 врачей разных специальностей. В последние годы условия программы стали привлекать не только молодых, но и опытных специалистов. Многим удается совмещать работу на селе и в городе. Так, в реанимационном отделении Аликовской больницы работают сразу двое земских докторов. О них расскажет Татьяна Иванова. Валентина Майорова решила стать земским доктором в 2012 году и устроилась работать в реанимационное отделение Аликовской ЦРБ. До этого доктор трудилась в Шумерлинской больнице, но все 6 лет успевает совмещать свою деятельность сразу в двух медицинских учреждениях. 5 лет я своих отработала, но так как район мне здесь нравится, больница нравится, медперсонал нравится, пациенты нравятся тоже. Вот, так получилось, что задержалась здесь. Нисколько об этом не жалею. На 1 000 000 рублей от государства Валентине Майоровой удалось приобрести жилье старшей дочери. Недавно в реанимацию больницы пришел работать новый коллега – Владимир Алексеев. По условиям программы «Земский доктор» возраст врачей увеличили до 50 лет. Владимиру 49, и он решил поддержать сельское здравоохранение и своего старшего сына, будущего врача, купив ему квартиру. В каждом моменте всегда есть что-то позитивное, поэтому любая смена деятельности, американцы утверждают, что раз в 5 лет надо что-то в своей жизни менять. Поэтому это смена региона, хотя в то же время я остался прописан по-прежнему в городе, я живу в городе, подежуриваю в другой городской больнице, в республиканской психиатрической клинике, вот, то есть работаю и там, и здесь. Врачи реанимационного отделения спасают жизнь больным, поступившим экстренно по скорой. Они следят за состоянием пациентов во время операций и выхаживают их потом. Они у нас оба опытные, поэтому мы идем со смелостью на операцию, потому что мы спокойны, что во время наркоза будет все спокойно, с больным будет все хорошо. И в послеоперационном периоде, в первые дни, также выхаживание у нас проводится в реанимационном отделении, и мы за своих больных спокойны. В условиях стационара врачам удается совмещать дежурство и работать по совместительству. Светлана Иванова, врач общей практики Аликовской больницы, пришла сюда сразу после интернатуры. Она тоже земский доктор. Ей приходится не только вести прием в поликлинике, но и навещать пациентов. Часто бригада докторов разных специальностей выезжают в отдаленные деревни на медосмотры. В рамках программы выездной поликлиники мы осматриваем пациентов на ФАПах, в офисах. Для этого у нас там есть оборудование и кабинеты. Также к тяжелобольным пациентам мы выезжаем на дом, к лежачим пациентам. С нами выезжают также и неврологи, окулисты, кардиологи. Алексей Александров – старейший житель деревни Малые Туваны. Недавно ему исполнилось 94 года. Ветеран жалуется на зрение и снижение слуха, но чувствует себя довольно бодро. Прежде он самостоятельно ходил к фельдшеру в медпункт, а в последнее время врачи сами заглядывают в гости и довольно часто. С начала действия программы «Земский доктор» в Аликово приехали работать 13 врачей самых разных специальностей. У нас врачи-терапевты, врачи-стоматологи, хирург-стоматолог, врач-тезиатр, врач ультразвуковой диагностики, врач-рентгенолог. Благодаря государственной программе в Аликовской больнице удалось решить самую актуальную проблему дефицита кадров. Сейчас укомплектованность штата составляет более 90%. Татьяна Иванова, Екатерина Янгалакова, Вести Чувашия.